Thank you.
Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90.
впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Начал работать практически с 9 утра, потому что я без обеда 2 часа заработал. Два экономил, блин, на 680 рублей.
Впереди пост ДПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 80.
Так, скоро выезжаем из Пензенской области. Соответственно, сменится часовой пояс. Езжаем в Саратовскую. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90.
Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 90.
Так, пока ехали, я успел купить билет обратно. На 8 часов по саратовскому времени. В общем, 3 часа у меня до... 3 часа до отправления поезда, а ехать мне до клиента 1 час 8 минут. Плюс мойка, плюс передача, плюс добраться до вокзала. Короче, за полчасика или к отправлению буду на месте. Погода опять. Дорога ухудшилась. 53 километра до места.